Четырёх расходился в Нью-Йорк. Так что мы, в общем-то, создаются условия, если таким тестом не пойдем, с уважением до соответствующих денег, здесь будет рядом с городом великолепный, хороший оздоровительный лагерь. Данный предприятие два лагеря. Так по предприятиям, что в качестве нагрузки будем выставлять социальные объекты, которые в основном ремонтировались, для нас содержались в лагере, и надлежащий вид. Потому что вот по этому лагерю, совершенно правильно говорит, еще года три таким темпом, и он будет, не стыдно будет сюда, как говорится, иностранные дети приезжать. Но мы действительно сюда пришли для того, чтобы посмотреть, как вы здесь отдыхаете. Никита Григорьевич, а вы отпускаете своего сына в лагерь? У меня их много, трое. Да, у меня трое сыновей. Да, в общем, они в разных форматах там, участвуют вот в такой лагерной жизни. Со старшим сыном мы через неделю идем на сплав по реке Немда, а младшие там, Пермского края, да, сейчас также отдыхают в Пионерском лагере. Начиная от корпусов, заканчивая туалетами, у нас, конечно, будут туалеты хуже. Вот, все это мне очень-очень напоминает те пионерские лагеря, в которых отдыхал я. Рассольник ел уполномоченный по правам ребенка. Вкусный?